Сегодня готовим пирог на кефире, который получается всегда. В глубокую миску разбейте 2 яйца, добавьте 180 грамм сахара. Хорошенько взбейте венчиком до пышности. Возьмите 180 грамм кефира. Первый секрет в том, чтобы он был теплым. Далее добавьте 1 чайную ложку соду и хорошенько перемешайте, чтобы сода погасилась и масса стала пышной. Сразу же влейте 30 мл растительного масла и снова перемешайте. Теперь постепенно добавляйте муку. Смотрите на консистенцию теста. В этом второй секрет. Муки должно быть в 1,5 раза больше, чем кефира. Перемешайте все до однородности и перелейте в форму, застеленную пергаментной бумагой. Отправляйте в духовку 180 градусов на 30 минут без конвекции. Это третий секрет, так ваш пирог плавно поднимется, полностью пропечется внутри и не треснет верхушка. Сверху по желанию можете полить глазурью, у меня белый шоколад, получается очень вкусно. А самое главное, что приготовить такой пирог можно в любое время. Времени уходит очень мало и продукты всегда под рукой. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.